нам дан кубичес, дано кубическое уравнение, корни которого А, Б, и соответственно С, найти А пятый плюс Б пятый плюс С пятый сумма корней пятой степени. Поехали. Значит, сперва буду записывать уравнение в таком виде, а затем по формуле Кардано покажу сумму корней равен нулю, сумму попарных корней, значит, АД, АС, плюс ДС равна 2, произведение корней равен минус единица. Это знает каждый. Нам необходимо найти пятой степени. Что еще сделать? Это пусть там останется. А плюс b равен минус c. Все переносим сюда. Возведем в куб обе части. А плюс b в куб минус c в кубе. Разложим по формуле сокращенного умножения. И будет и одновременно равен минус c куб. Значит, а куб плюс c куб плюс c куб плюс 3ab вместе а плюс c можем ставить минус c равен c это нулю. А куб плюс c куб плюс c куб минус 3abc равен нулю. А куб плюс c куб плюс c куб равен 3abc. abc нам известен, минус единица. 3 умножить минус единица равен минус 3. Это записываем сюда. А куб плюс c куб плюс c куб равен минус 3. Пусть там останется. После того, запишем уравнение. Здесь умножим на x квадрат. Сейчас умножим на x квадрат. Обе части тогда получим x пятой, 2x в кубе плюс x квадрат равен 0. И одновременно вместе x подставим а, b, c. Тогда получим уравнение в таком виде. 2а куб плюс а квадрат равен 0, b пятой степени, 2b третьей степени, плюс b квадрат равен 0, и еще c пятой степени, 2c третьей степени, плюс c квадрат равен 0. Сложим. Тогда получим а пятый, б пятый, плюс с пятый, плюс 2 одновременно выносим за скобки. А куб, плюс с куб, плюс с куб, плюс, тоже сложим. А квадрат, плюс б квадрат, плюс с квадрат равен нулю. Так как нашли сумму кубов минус 3, подставим. Так, будем записывать 5, c 5 плюс 2 умножить минус 3 плюс вместе квадрат, а пока не нашли. Тогда вот это возведем в квадрат. Квадрат равен нулю. Возведем квадрат плюс c квадрат плюс 2. АД, 2АС, плюс 2БС, равен нулю. А квадрат плюс С квадрат плюс С квадрат, 2 выносим за скобки. АД плюс АС плюс БС равен нулю. Это уже мы знаем 2, подставим сюда 2, а
квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат плюс 2 умножить на 2 равен 0. И в конечном счете получим а квадрат b квадрат c квадрат равен минус 4. Подставим вместе а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат минус 4. И это равен 0. Уже известно, что получится а куб плюс b куб плюс c куб, это пятый, та же степень, пятый все подряд, минус 6 и минус 4 равен 0. Тогда окончательно получим, что минус 10 перенесем в правую часть, верный ответ 10, чего от нас хотели показать. Всего вам доброго, всего хорошего. Большое вам спасибо, что смотрели, следили.